Так на самом ли деле бездействует управляющая компания? Мы задали этот вопрос директору ООО ЖСК. Там есть участок, есть офис, ну, можно подойти туда, скажем так, оставить заявление, это первое. А второе, вот если на второй год с нами администрация на сегодняшний день продлит, скажем так, контракт по обслуживанию тех домов, которые остались без управления в городе Кизел, мы планируем ввести единый номер диспетчерской службы круглосуточный, который будет распространяться как на Кизел, так и на Соликамск. Отделение Соликамска, управляющую компанию «Жилстройкомфорт» в Кизеле находится по адресу Макаренко, 9. Однако коммунальщики утверждают, что не получали обращений по поводу протекающей кровли от жителей домов на улице Юбилейной. И только после нашего обращения узнали об этой проблеме. Пообещали, что направят мастеров на обследование жилфонда. Но уточнили, в этих домах сложная ситуация с оплатой коммунальных услуг. Поэтому денег на серьезные ремонты управляющей попросту нет. Однако коммунальщики будут делать все возможное для того, чтобы на Юбилейной прекратилось течь с крыш. Что ж, будет ли оно так, покажет время. Мы продолжим следить за ситуацией и напомним, что, как и в предыдущих случаях, бездействие управляющих компаний юристы рекомендуют обращаться в инспекцию государственного жилищного надзора и в прокуратуру.